такое оно людное село. Большое. А вон то, что не Куйбышево, что? Это Малосадовое. Ну что, может здесь сюда пойдем? Не, можем еще пройти. Куда? На Фюрень? Ну, здесь ледовое место, просто спокойно. Давайте здесь тогда быстро. Бочки мелкие, смотри. Уже без нас тяжело сходить. Вот они вот так любят растения. Вон, то смотри, там был толстый тис, он ломался. А, начал вырасти, да, маленький. Офигеть вообще. Здесь камень попал, вот. Как называется он? А, я не знаю. На S как-то. Тут выдавлена такая. Где природный это? Натек. Натек природный, я думаю, что... Не знаю. Угу. К монастырю поднимаешься, а потом идешь под скалами вот на эту подводную лодку. Где? Ну. На обрыве? Ну вот здесь. Вот. Ну, там лужаечка и как. А, точно, кстати, тоже ничего. Вот. И потом как-то мы. Там же тропа, по-моему, да, вот с этой с подводной лодки есть, на ту дорогу. Там... По прогнозу было. Под диск, не под диск, вот на пром подшипниках, не на пром подшипниках. Видишь, здесь вот бьется сверху. А купили-то или нет? Не, ну а мне туда смысла нет. Ну и там наверху еще, там он дофига лес. Чмак, чмак, чмак. Чмак, чмак. Вот отсюда, да, отсюда вышел дам, там просто гляд, как они сходятся. Башня.
Как вас не заснует, у нас есть.